Клуб во имя святых благоверных Петра и Февронии Муромских чудотворцев при храме Успения Пресвятой Богородицы в Путинках собирает друзей каждое воскресенье. Клуб – православная молодежная организация, и ее цель – объединение молодежи, помощь в обретении друзей, организация досуга. Членом нашего клуба становится каждый, кто хоть раз помолился вместе с нами о супружеском счастье святым Петру и Февронии на молебне и сел с нами за стол на чаепитии. Клуб содействует проведению концертов православных исполнителей, выставок художников. Хожу на молебен в этот храм, вот, чтобы устроилась наконец-то личная семейная жизнь. Вот, и из-за этого появилась такая возможность сделать здесь выставку. Первая в жизни персональная выставка. Ребята из клуба ездят на трудничество в монастыри и храмы, помогают детским домам и интернатам. Мне очень понравилось здесь, я просто хочу здесь найти друзей православных, чтобы как-то помогать людям. При клубе действует школа исторического бального танца «Ромашковый вальс», хореографическая студия «Ромашка-Лерина». С момента создания из участников образовались около 100 венчанных пар. Илья Анисимов и Антон Иванчин. Телеканал «Добро».